Левуя, молитва за нужды. За девочку Лауру, она в больнице, опухли ножки. Родители просят молиться. За покаяние, обращение Алексея, за возвращение в семью Божию, за благодать и благоволение на работе, за поездку в Киев, за автобус для общины, за новую машину. Ну, тут не подписал, но это Паша, я подозреваю. За новую работу, стабильность и финансы. Света. За Юлю, чтобы легко перенесла корону. За машину, возможно, нужна новая. Это сломалось. Это за нашу сестру Юлю. Прошу молиться за Марину и ее сына Давид Осириэля. За их исцеление, за крепкий сон ночью и за мир в сердце. За Регину, устройство на новой работе, за восстановление после болезни и за мир в сердце. Аллилуйя. Молиться за Лешу и Надю, за исцеление болеют, за всю их семью, защиту и охрану. Кристина, спасибо Богу за его водительство. Просьба молиться за профессора Оркац по статистике. Из-за него много студентов бросают учебу и за экзамен. За исцеление Эмилии, Стаса, Иды Фортуновой, Наташи, Тани. От Светы. Отец, прошу Духом Своим Святым коснись мужа моего и всех моих детей. Пусть все будут рождены свыше. Аминь. Нами просит молиться о ее восстановлении, исцелении сына, невестки и двух внуков. Чтобы Господь усмотрел дальнейшую работу и покрыл все расходы по благодати и милости. Лена. К. Лена. Прошу молиться за внучку Катю. Раздражение страшное на ягодицах. Очень страдает об исцелении. Лена. Опять это же Лена. За учебу, особенно за компьютеры, за нового учителя. Спасибо, Саша. Это моя Саша. А, и Дима. За полное официальное устройство на моей работе. За благодать и мудрость, чтобы успевать служить, быть семьей и работать. За Дашину учительницу Мадлен, чтобы Бог расположил ее сердце по отношению к детям в классе. Видите, много нужд за исцеление, за работы. Давайте помолимся. Боже, Ты слышал, Господь, во имя Иисуса Христа, всякую нужду, Господь. Боже, мы взываем Тебя, приходим, приносим эти нужды к престолу благодати и милости Твоей, Господь. Просим во имя Иисуса Христа, Твоего, Боже, вмешательства, Твоего исцеления, Господь, защити и огради от всякой заразы, от всякого зла, каждую семью, каждого брата, каждую сестру, каждого ребенка, Отец. Мы просим, Боже, Твоего божественного прикосновения. Прежде всего, Отец, мы провозглашаем, что ранами Иисуса Христа все эти люди, они исцелены во имя Иисуса. Мы просим, Боже, укрепи, Господь, дай сил, Господь, вдохнови, Боже, Господь, просто пусть Твой мир и шалом придет. Да уйдет всякое уныние во имя Иисуса Христа из этих жизней. Боже, да придет Твоя радость, Твои благословения, Господь. Просто Духом Твоим Святым коснись этих тел, этих душ во имя Иисуса Христа. Вдохни жизнь Твою, Господь. Мы просим, Боже, просто оживи по Слову Твоему во имя Иисуса Христа. Провозглашаем, что будут жить и возвещать дела Господни. И разрушаем сейчас всякую болезнь в этих жизнях во имя Иисуса Христа. И говорим Тебе, дьявол, пошел вон во имя Иисуса. Нет Тебе места в этих жизнях. Да падет и будет уничтожена всякая болезнь во имя Иисуса Христа. Боже, просим, Господь, чудо Твое, Господь, восстановление Твое, силы Твои, Господь, укрепи, Боже, руки, ноги, тела, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, да будет во всем этом прославлено имя Твое, Господь.
также просим, Господь, за работы. Всех, кто просил, Господь, просим Твоего устройства, Твоего, Господь, водительства, Боже. Боже, все Твои дети, Господь, Ты видишь, в чем они нуждаются, чего они хотят. И я прошу, дай мудрости каждому, как быть, кому на каких работах. Благослови там каждого, кто есть на его месте, Господь. Также просим за учебу, многие просили, Господь. Дай, Господь, вдохновение также на это. Ты знаешь, как не просто учиться, как часто нужно брать себя в руки и просто молча учиться дальше, Господь. Просто вдохнови наших братьев и сестер также продолжать учиться, наших детей, Господь. Дай им силы, вдохновение, мотивации на это, Господь, во имя Иисуса Христа. Также я прошу, Господь, за покаяние, за всех людей, которые мы здесь читали, которые, Господь, еще не познали Тебя. Боже, мы просим, чтобы свет Твой, Боже, воссиял в этих жизнях, чтобы Ты, Господь, действительно дал покаяние, чтобы Ты смягчил и коснулся этих сердец, чтобы, Боже, спасение Твое пришло в каждый дом, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, чтобы открылись глаза и уши, Господь, чтобы люди познали Тебя, Господь. Во имя Иисуса мы просим и молим, Господь. И, Боже, у кого нет мира в сердце, я также прошу, Господь, пусть шалом Твой, он сойдет, Господь, мир придет Твой, порядок, утешение от Тебя, Господь, во имя Иисуса. Боже, пусть уйдет всякое беспокойство, Господь, пусть придет доверие Тебе, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя, за все благодарим Тебя, Боже, мы, Господь, верим и надеемся, что все те люди, они будут, Господь, прославят имя Твое, Господь, воздадут славу Тебе, и что действительно придет помощь от Тебя и спасение от Тебя, Господь, в нужное время, Господь, во все эти ситуации, во имя Иисуса. Аминь. Кристина, мы за...